Господи. Вот. А дальше я скажу следующее. Благодарен насчитанным оппонентам. Если бы вас не было, надо бы вас придумать. Потом ниже я еще немножко пройдусь по нашим дамам, потому что вред уж больно большой от них. Значит, здесь, я только ради одной строчки. Когда-то мы комментировали ее. Это Евгений Иванович Ярославский, крупнейший ученый московский. Так, вот, смотрим дальше. Он умудрился так официально отказать в моем открытии, то есть все почки одинаково имеют свойства, а я считаю разные, значит, можно организовать и их отбор. Вот. Особенно после сильных морозов. Он говорит одинаково. Но дело не в этом. Дело в чем. Он взял про меня такую фразу. Сейчас я найду. Ага, смущает, по крайней мере, два момента в методике доказательств. Ну, это вот мой, вы же, что еще с первого вебинара, вы меня уже знаете вдоль и поперек. Итак, смущает два момента в методике доказательств. Это неуважительное отношение к предшественникам. Всех, кого я жалею. Это, он просто меня не знает. Он видел только одну статью, больше ничего. Так, а просто статью про это, про... Я никого там лично не упоминал. Я читал о том, чтобы отбор... То, что я назвал селекционное клонирование, это отбор самых морозостойких веток после 40-градусных зим. И ничего. А кто такие неуважительные отношения? Возможно, он что-то слышал про меня. Вот. Что я действительно воюю там это. Что я в грош не ставлю людей с этими, которые имеют звания, должности. Это есть. И, наконец, создание якобы противника с последующим развлечением. То есть я как бы их придумываю. Ну, во-первых, я называл 10-15 фамилий. Самые уважительные, самые люди, которым я преклоняюсь перед теми, кто уже на том свете, я готов стоять на коленях на их могилах. Я хоронил несколько человек из них. Нескольких я сам похоронил. Вот. Это не люди, это ангелы во плоти. Это святые, потому что они создали чудо. Понимаете? Кто про меня, от меня бы, ученый Чернышов, кто про... Целая глава я посвятил ему в своей книге. Кто про это знает? Вот. И так далее, и так далее, и так далее. Вот. Боднара. Кому он нужен был, кроме меня, когда я ходил и делал о нем эти самые фильмы и статьи, и фотографии? Видите как? А теперь создание противника с развенчанием. Ведь это же комментарий непростой. Это была крупнейшая газета. Про меня, про железо это. Понимаете, да? Это была рецензия. Вот. Я что, знал, кто такая Наталья Медведева? Да я сейчас не знаю ничего о ней, кроме того, что кандидат наук всю жизнь занималась травой. Вот. И она берет... Юра, это мой брат. Она нашла себе равню. То есть как равню? С презрением она с ним обращается по одной простой причине. Она понятия не имела, что он за несколько лет вырастил мои абрикосы и персики. Несколько лет. И он чуть ли не впервые в целой Костромской области. Ну, может, где-то еще один-два энтузиаста на всю область. И сельхозинститут или университет, я уже забыл, закончил. В прошлый раз показывал его биографию. Понимаете? Так он еще, кроме того, еще инженер-механик. И электромеханик, кроме всего прочего. И эта человек, она, смотрите, мы не будем долго, потому что многие скажут, да мне что попроще, там, как правильно посадить, все будет, ребята. Очень коротко. Почему? Я не мог пройти мимо этого. Уже, казалось бы, пора затихнуть. Но она выставляет его, а значит, меня. Нас не разделяет, нас так и говорят, братья Железовы. Вот. И вот она, я, когда это прочитал, я чуть не упал со стула. Сейчас. Вот это настоящий Мичурин. Не выдуманный вами, а настоящий. Это книга с помойки. Так и сказал. Высылаем книгу Мичурина, старую, 50 какого-то года издания.
и ни начала, ни конца. Я нашел на помойке. Библиотека выкинула на помойку. Так и написал. Итак, с ним, с кем она спорит? Читайте меч. Впервые я понял. Нет, два раза в жизни они взяли использовать Мичурина в своих целях. Мичурина ненавидели всегда. Мичурин выскочка. Мичурин посягнул на святое. Он на переделку природы. А генетика этого не позволяет, понимаете? Если на материнское дерево опылило какое-то другое дерево, плоды будут как на нем, на материнском, правильно? А я сегодня фильм снимал, а ко мне приехала, это вырвалось на один день, Елена Александровна Савинч. Я покажу, у меня все еще на флешке, я покажу ей фотографии, мы делали это, обзор по абрикосам, которые вместе с ней привали на пару. Вот, обзор делали. Сейчас все в цвету, бешеный цвет, смотреть невозможно, столько света. Вот. И что вы думаете? Я по ощущению подвожу к дереву и говорю, я это дерево называю сын полка. Почему? Вспомнил Высоцкого. Уже будет он пока сын полка. Видно три разных абрикоса, вида, три разных по форме, по цвету. То есть, как бы, три сорта на одном дереве одновременно засвели. Да. Это. А. Можно, чтобы тебе не мешали на улице учить? Скажи Тимошкин старший. И не уходи со двора. Так. Вы понимаете? Это так... А у меня бита башка. Мне говорят, там ниже мой. Железов. Это. Изучал генетику? Изучал, да. Будет, как у мамы. А уже у косточки будет уже разброс качеств, или там, как правильно, расщепление свойств. Понимаете? А у меня три разных на одном дереве. Понимаешь, ждут свои плодоношения, сохранил все эти три разных. На одной ветке один сорт, на другой другой, на третий третий. Вы такое часто видели? А голову биты генетиками. Будет только маму. Потом сюда. Вот так вот. Идем дальше. И вот она, мое, это, я поставил, не получается как-то быстро, но еще, я многое пропущу из того, это вообще отдельный фильм будет, помните, я грозился? Но те девчата, они, что это, они, дело наши, знаете, беда в чем, вот, эти девчата не смотрят сюда, скоро их имена станут нарицательными, это страшно, это будущий учебник, это навсегда, потому что невежество, оно, это... И оно процветает из-за того, что их сильно много этих у них, подписчиков. В 100 раз больше у меня. Смотрим дальше. Простым, внимание, осмелится Мичурина, своего этого врага, ученого, научного, простым переносом южных растений, более северной родины, может, зимостойкость не повышается. Ну, под этим любой подпишется. Только селекцией можно поднять морозостойкость, и морозостойкость еще в прошлом веке доказал Мичурин. Вот взяли это, Мичурина присобачили, а? Начали свои деятельности, он как раз, вот так вот, надо же было смотреть сюда, в начале своей деятельности, в начале своей деятельности, в начале своей деятельности. Да, ничего не получилось. А потом Мичурин умер. А потом его забыли, а потом сказали, нет, что вы, генетика это святое. Сейчас я вам все скажу. Байкалова знаете? А девчата, Тимирязевцы, нет? Простым пересевом тысячи, 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 тысячи. А как получилось? А очень просто, друзья. В конце этой гигантской работы у него получилось, несмотря на 10-15 сортов, культурных, крупных, вкусных и абсолютно морозостойких. И сейчас они это, в наших местах плодоносят. Правда, остатки садов. Вот куда экспедицию-то надо? Сейчас вспомню, как деревья. Бондарева. Там рядом где-то был большой сад. Звонил товарищ в прошлом году. Еще несколько деревьев плодоносят. А прошли годы, десятилетия. Да вы сюда отправьте экспедицию-то. Хватит их херней заниматься. Раннего Мичурина захотели, раннего Мичурина присобачили. В начале своей деятельности. Но вы сами-то смотрите.
Когда цитируете эти цитаты. А как у Байкалова получилось? Среди тысяч и тысяч тысяч нашлись те, которые не погибли, которые выстояли, которые дали потомство, потом потомство дало еще потомство. Понимаете? И этот тяжелый путь, трудный путь, но он получил 100% успех. Так теперь что? Вы что, и Байкал отменили, что ли? А? Надо же было думать, когда цитировать раннего Мичурина. Ой. Меня она припечатала так. Не обо всех написано. То есть у меня в Википедии нет, я никто. Пошел нахрен железо. Вот. Теперь так. Вегетативная гибридизация не железо. Вы ни хрена не знаете. Вы ничего не читаете. Важно то, что вам эти самые, дали вам эти... Ваши преподаватели, которые сами наверняка относились к нему, очень отрицательно, очень. Вот. После этого что было? После этого-то и началась работа. Смотрите. Ой, жаль, что эти девушки не видят. Может быть, мой брат как-то до них достучится. Вегетативная гибридизация и ментор. Так, о, вегетативная гибридизация. И вот когда я долистаю, вы знаете, как второе и последнее, что вы умудрились, это самое, Мичурина извратить. Сейчас покажу. Ой, я завелся, а тут, знаете, как очень важно, перейти к нормальным темам, пока все не, половина не отключилась из вас. Вот она. Ничего не выдумываю. Это тоже вы. Помните меня по морде? Между тем, садоводом при гибридизации плодовых растений приходится иметь дело почти исключительно с одними только привитыми плодовыми деревьями. Следовательно, они неизбежно должны сталкиваться и считаться в деле об этом неоспоримым и в сущности несравненно большим влиянием, чем атавизм. Вот здесь есть слово атавизм. Так вот, вы сказали, ведь таким вариантом не существует. А, девчата, там ниже будет. Она существует, но существует в особом роде. Вегетативные гибриды не повторяются в единственном числе. Раз. Во-вторых, здесь упоминается большее влияние прививок, чем атавизм. Так вот, все, что у меня вот это вылазило, вон холодильники сейчас лежат, вот такие замороженные. Вот, видели, да? Не стыдно еще раз показать. Вот. Это и есть атавизм. Это, я к этому... Бессонная ночь к этому пришел. Но это, за это надо уцепиться-то. Это что, не шанс вытащить из этого, из где-то дремлющих генов, где-то они существуют. В этом же геноме они есть. Нет такого, я вам железо говорю. Потом прочтите в будущих учебниках, если мы с вами доживем до этого. В будущих учебниках. То железо сказал, что в геномах, которые считаются непокобелимые, специальное слово применяю, непокобелимые, специально утрирую, вот, не доказательство, а утверждение, что геном это значит железобетонная конструкция, вот, там и атавизм бродит, там бродит культурные вот эти вот, вытащить на свет, у меня получается, у вас нет. Так вот, вегетативная гибридизация. Я дочитываю. На самом деле, при гибридизации плодовых растений всегда мы для роли материнского растения берем привитое дерево. То в выращенных сеянцах от такого скрещивания мы получим самое ничтожное количество экземпляров с признаками скрещенных сортов. То есть даже если оба культурные, остальное же большинство будет простыми дичками. Поняли? Это вы отсюда взяли. Это вы только брали не с самой книги, а с этой. А потом приговорили Железова. Косточки по 20 рублей, они все будут это. Золотые косточки, ну, кавычка золотые. И они все это будут дикарями. Что вы знаете об этом? У меня целая папка, вот такая вот. Персики, абрикосы, сливы. И уже здесь я показал десятки примеров. Ну, хоть одним-то, хоть уже это не исключение правила. Несколько поколений затвердили
устаканилось. Все, не будет дикаря больше. Теперь, чтобы вернуть дикое состояние, теперь знаете, сколько пересевов надо делать? Например, поставить задачу. Докажу Железову. А вырастил 5-7 лет. Ой, крупноватое, культурное, сладкое. Еще 5-7 лет. Ага, вроде помельче. Но некоторые будут, наоборот, больше. Еще 5-7 лет. И вот, наконец, заканчивается жизнь. И, наконец, каждый четвертый, ну, Менделя никто не отменял, оказался дикарем. Доказали. Ну так срубите каждый четвертый, а 3 из 4 ешьте вкусное. Что за это самое? Вот взять вот так вот, и еще раз. Я, мне чужого не надо. Вегетативная мобилизация Мичурина. Смотрите, сколько здесь. Здесь 4, вот уже начал я где-то с 200 какой-то, к ним, вот уже 300. Отбор гибридных сеянцев. Вот дальше. Это опять получается. В общем, вот столько вот посвящено. А вы что тут голову заморочили? Читать надо. Так, идем дальше. Вот это взяли и опять процитировали. Вегетативная гибридизация популяризировала Лысенко в целях опровержения классической генетики хромосомной наследственности. А меня ничем не поймаете. Я не собирался опровергать классическую генетику. Я ее уважаю. Вот. Просто она не такая, как вы думали. Была подхвачена его последователь Дежавю. Фамилия, извините, то есть Железов должна быть фамилия. В результате исследования... Да, вот это основа, а потом перейдем к нормальному лекции. Пусть уже 40 минут потрачено. Внимание, друзья! Я пытался, понимаете, даже я и то сразу не сообразил. Это мой праздник. Я пытался набрать в этом самом Яндексе и вот так вот взять, копировать и найти эту фразу. Нашел. Почти такая. И я подумал, а где же вы эту фразу взяли? Допустим, я не нашел. Сейчас, внимание, я прошу напрячься последний раз, потом буду все пропускать, пока не дойдем до практики. Представим себе, вначале прочтем. Вот, и учите, тут без пол-литры вряд ли. В результате исследований ложность теории вегетативизации была опровергнута. Вот. Вы ничего не заметили? Не так-то просто. Представим себе, что здесь нет слова «ложность». Получается, ложность – это отрицание. В результате исследований теория вегетативизации была отвергнута. Нормально? Нормально. Что здесь делает это слово? Получается, ложность была отвергнута. Значит, вегетативизация существует, а? Я еще трезвый. Вот это что значит? Это вы один к одному, это. Где вы это взяли? И у меня родилось два подозрения. Первое. Ну, просто передрала. И это действительно кто-то когда-то, в 30-х, 50-х годах, может позже, взял и придумал такую вещь. Он сторонник Мичурина, Лысенко. Ну, а это было, знаете, где они все потом оказались? Ну, кто-то лес валил в Сибири, кто это? В тюрьме гнил, понимаете? Да. Враги. Враги. Якобы. Но кто-то взял и вот это слово вставил, и оно через десятилетия прошло. И человек хихикает, думает, как он кинул этих генетиков. Внимание еще раз. Я промолчу одну минуту. И второй вариант попроще. Когда вы когда-то зубрили вы эту, так? Она чуть иначе звучит, чуть-чуть иначе. Но смысл такой, вы взяли и давайте по памяти. И вставили случайно, просто усилить хотели, и добавили слово «ложность» сами, а? Гражданка Исакова, смотреть в глаза. Это вы добавили, причем так перестарались, что теперь оказалось, что вегетативная гибридизация, ложность была отвергнута, она существует. А дальше, да, наличие. Так вот, пожалуйста, с такими вещами
когда вы считаете себя, помните, шикарное образование? Вот. Противопоставили как? Рожелезов генетику не учил, значит, я умнее его. Вот это что такое? Вам за это стыдно? Ведь после этого вы должны просто взять, извиниться, сказать, или я тоже считаю, это хитрая вещь, потому что мы подпольные мичуринцы, мы не можем вылезти на свет. Мы можем просто вот так вот раз, между строчек раз, а потом все нас расценят. Может быть, я зря вас считаю, что вы простая, как 5 копеек. Может быть, вы специально так сделали? Ведь тут, получается, витимизация существует, еще раз, ложность теории витимизации была опровергнута, не доказана. Когда Димаш поедет, ты нас отпустишь? Отпущу на полчаса. Понятно? Или непонятно? И, наконец, вегетативная гибридизация уже наука. Я потом докажу, что это вы эти слова вставили. Их в первоисточнике не было. Ну, добавили для красоты. А если вы скажете, нет, вы до конца не нашли, Дарья Константиновна, цитата такая существует, официальная версия науки, тогда я скажу, ваша наука грошалова, она не стоит.